уйти? Нет, оставайся. Хорошая. Сейчас моя песня. Как-то неохота тебя со сцены выгонять, но... Но хочется спеть еще одну песню, которую вы, может, редко слышали, или не слышали вообще, но песня из кинофильма. Вот. Тут, когда вот Таня запела из Петрова, я подумал, о, что-то надо спеть это. Вот. Так что это... В общем, Андрей Петров написал еще одну песню, но он об этом не знал. Дуб, дуб, что это за звук? Это же душа, ты слышишь, друг? Нет сна, и поет она. Самая прекрасная твоя струна. Тихо, так, убери кавардак. Я слышу сначала, да? Дуб, дуб, что это за звук? Это же душа, ты слышишь, друг? Нет сна, и поет она. Самая прекрасная твоя струна. Тик-так, умири кавардак. И не понять, и не узнать, лучший друг, кто враг. Может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы. Тук, 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 тук. Слушай сердце свое. Ты из тысячу знаешь ее. И пока так случится, себя ты найдешь. Души. Поспеши, поспеши, поспеши. Этот год, этот день, этот миг ты уже не вернешь. Ночь, снег, мокрое шоссе. Может оказаться, что уснули все. Свет, фар, на душе темно. Но горит надежда твое окно. Вот тот самый поворот. А там судьба твоя, она не спит и ждет. Может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы, тук, 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 тук. Тысячу знаешь ее, и когда так случится, себя ты найдешь. И по велению души поспеши, поспеши, поспеши. Этот день, этот год, этот миг ты уже не вернешь. Тук, тук, что это за звук? Тук, тук. Здорово. Спасибо.